У нас в лагере Сергей Пупков, он кинолог настоящий. У него собака Ураган, вот, с которой мы ездили. Ну и другая, он там помесь такую взял, овчарки, кажется, немецкая овчарка с какой-то бельгийской. Ну, хороший песик, уже 8 месяцев ему. А я каждое утро, вот мы находимся в Скворечник, где... А лагерь, вон он подальше, поверни его, покажи. Вон там деревья, где... Это на нашем участке, вот 5 кругов накрутили. Барабаш Игорь, староста. 5 этих тюков таких. Ну и вот я его с собой беру, он бежит впереди, ему надо прогуляться. Это его конура, вон она маленькая стоит. И показанный шарик. Происхождение вот такое, тут был разъезд когда-то перед этим. Люди уезжали, бросали все. Ну и собачка там болталась, маленькая такая, он еще щенок был. А дети его прикормили. А его потом, он здесь бегал, стали обвинять, что он куриц ловит. Ну я не видел этого, я говорю, доказательства должны быть. И тут стояла копна вот такая, вон копна. Отдельно, не тюками, а вон околотория-то, которая. Вот такая копна была. Ну, я сделал маленькую конуру ему там из коробки-то, и туда подкопнул, затолкал. И вот она удобно, не промокает ничего. А потом Виктор Николаевич, это он здесь живет, вот в этом, это его скворечник. Вот, он его тут конуру сделал, все как надо. И поэтому Виктор Николаевич сейчас в отпуске, к родителям уехал в Завьялово. Это километров, наверное, 80 отсюда. Ну, и собачонка-то получается его. Ну, до того хороший, он беспородный, маленький, мы зовем маленькая собачка с большим сердцем, ласковый такой. И он никому не покоряется, когда мимо кто идет, он лает так это, и на этих собак лает, а они бегали, Сергей занимался. Я гляжу, Ураган подошел, и у него загривки, волосы встали, я ему выговорил, ты еще на кого, глянь, перед тобой мошка одна. А тот рядом, ему разный цвет, бегает, большой здоровый пес. И мы стояли здесь утром в лагере, вдруг они бросились на него. Из-за чего бросились, трудно объяснить. А он, главное, не может еще доказать. Поднимет ногу и помочится. Дескать, плевал я на вас, хоть вы и большие-то. Он убежать не может, он-то на цепи. Как они начали рвать, не могу ни отнять, ничего нет. Ну и заднюю ногу ему ниже сустава переломили. Она болтается как это. Ну, на руки, Сергей, твои собаки, ты неси ответственность. Ну, Сергей его сюда принес. Мы сделали, я сделал тут, отпилил лангетку такие. Вот это Г-образная. У него это было, там везде шерсть. Но он ее сорвал. Это вот скотчем я обмотал, и вот это с ноги. Ну а раз болтается нога, она никогда не зарастет. Я хотел, пока хозяин вернется, чтобы поправить-то. Я второй раз сделал. Это китайская, это наша. Ну не выдержал, шерсть оторвал. Мы тут что только не делали вчера. Сергей думал, как стакан какой-то так на нос сделать, и не получается. Лапой сразу. А потом Сергей говорит, надо вот такую банку, вот пятилитровую, или сколько она там? Трехлитровая? Пять. Ну и надо ее отрезать, а это поближе к горлышку. Ну а дальше идея подана, я это и сделал. Ну а на него когда сделали, дырочки пробил я с той стороны, а тут горлышко вот такое вот, чтобы дышать-то ему было нормально. Ну, а он еще с ошейника лапой сразу затянул, и ему в рот она попала, он ее грызет. Я понял, тоже неправильно. Надо сделать шлейку. Сзади ног, второй ошейничек, а к первому его привязать. Тогда он не туда не стал. И теперь привязывать надо дальше, надвинуть корову, вот этот пузырь-то. И дальше у него будет, как уже, ему не взять тогда. Привязать, в четырех местах привязать. Так мы и сделали. Я сейчас покажу. Я его вывожу раз в 5 в день гулять уже. Нога у него висит. Ну, теперь-то она срастается. Не знаю, вчера повредил или нет он. Вот он здесь у меня. Вот он лежит. Ну, живой. Ой, увидал. Он любит гулять. Сейчас я вытащу его оттуда. Покормить надо. Так, подождите. Так, постой. Побежал. Куда побежал? Шарик, вот. Вот он, видишь, какой? Сейчас я подцепляю за шлейку. Так, вот она нога у него. Болящая. Сейчас выведем моего. Вот он. Смотри. Я вчера Сергею это все это рассказывал. Он телефон снимал. Ой, стороны-то пойди, гляди.
Вот какой он шарик-то, погладь его носик. Ой, царик, он любит царик, это. Царик. И вот ночевал, ничего тут нету ему. Он воздух отовсюду есть, но он повернуть не может. И он уже ножку свою не трогает. Сейчас я маленечко выведу его, сейчас я буду поить и кормить. Ну что интересно, тут коров когда отпасут, Устиновых идут коровы, 5 коров. Но они никого не боятся, коровы-то. И вдруг я выхожу, как они все бросили есть и к нему потуются. А он к ним как повернулся, пузырем-то, как они хвосты подняли, когда бывает, называется, бзыкают, пауты. И вскачь, как кони, домой. А телята отстали. А телята не видели. Я подошел к телятам, они поближе. Как он повернулся, пузырем-то на них. Я не знаю, еще на них такой страх напал. Как они врезали. Я вещки от него все в сторону. Тогда я его повел, тут одна собачка есть маленькая, его же такого роста, но она старая. И она его сразу понюхала и не боится ничего. Он стоит, видишь как. Я сразу вспомнил, такой рассказ был. Лебедь подружился с бобром. Лебедь говорит, я лечу под облаками и вижу, что на земле делается, а ты совсем слепой. Ну, кого он, у него глаза-то какие? Он говорит, зато я слышу хорошо. Ну, уши это не то, главное глаза. Он говорит, смотря где. Так, подожди-ка, лебедь. А там по истоку-то, за вторым поворотом, люди плывут. Какие люди? Не знаю. Так, 3 человека и разговаривают. Уже за второй поворот вышли, скоро к первому подойдут. Так, прощай. Да никого нет нигде, прощай. И плывут они, это охотники в это время бывают, охотники. Да где они меня под облаками достанут? А ну, бобер нырнул, лебедь посидел, только крыльями хлопать, из-за поворота лодка выворачивает и сразу выстрелы. И лебедя нету. То есть в каждой обстановке везде что-то важное. Для собаки важно это нос. Главное, инструмент. Это паспортный отдел, он все пойдет. Так, пойдем-ка сюда. Иди сюда. Сейчас мы ужинать будем, обедать, завтракать. Это сегодня у нас 24 июля. Ой, подожди-ка. 2014 да, года. Сейчас вот сюда вот, чтобы не пролить, я его буду сейчас кормить. Вот это ему молока достали в деревне. Подожди-ка. Вот. Подожди, это вот я ему ложку выделил, отдельно чашку, сейчас кормить будут. Подожди. Вот. И отдельно рыбу. Там вчера мясо достали, быков тут кололи по-теряевски. Ему буду. Иди сюда, иди ко мне, иди скорее. Ну-ка, давай. Давай, иди сюда, на. Да, мой лес хорошенький. Давай, наклоняй голову. Вот он. Вот она, какое дело-то. Космонавт номер один. Белка, стрелка тоже тут летали. Да как здорово-то. Понимаешь, нет? Это надо массовый выпуск. В стоматологический, где там ортопедический аппарат это делают. Творог помогает сращиваться. Творога достали. Так, подожди-ка, кашки туда. Вот он где. О, смотри. Ему нужды нет, он поест. Потом мы уберем, водой замоем. Вот смотрите, какое изобретение. Вот она шлейка, видно, вот она привязана. С той стороны ног, с обратной. Ой, какое хорошее приготовил-то я ему, а? Да замечательный песик такой. Вот он где. А теперь я ему дам рыбки. Рыбку он любит. Сейчас он поест рыбку там. А рыбку дам непростую. Вот это он любит. Зашли-ка. О! Это голова этой красной рыбы. Ой, подожди-ка. О, да он прямо из рук хватает. Ой, пошарик-шарик. Он любит это дело. Однако, мне трудно снимать это. Но я решил не снимать, дать ему возможность. Так, подожди-ка. Ой, какой хороший песик, а. Ну-ка, давай-ка вот это поедим. Вот хвосты рыбы-то. О, прямо с рукой съедает. Гляди. Ой-ой-ой. Шарик, сейчас молоком запьем. Подожди-ка маленько.
Давай. Вот скажет, возиться нечем заниматься. Есть чем заниматься. Это друг наш. Вот он где. И поэтому мы обязаны заниматься. Мы виноваты. Сергей купил сразу молока. Я говорю, когда дети разбивают что-то, окно, родители почему платят? Ну, виноваты. Так, у тебя собака была, если кого кусала? Платишь за это, да? Так, иди, покупай. Он тут творога купил, порции 5. Ну, порция это полкилограмма. Вот он где, да, замечательный песик, а. Ой. Хоть, говорит, сам бы ел, да не болел. Ой, вообще, я даже не ожидал, что так ловко получится-то. Это уже в процессе селитра порох даст взрыв. А кто изобретал порох, то он тоже не знал, чем кончится. Вот он где. Ой, для вкуса сейчас дадим тебе рыбки. Ой, кто посмотрит, осуждать будут, скажут, ой, животными возятся, с собакой. Одна бабка тут говорит, где собаки в дворе, туда ангел не приходит. Я говорю, а я читал другое, когда Товия пошел, и архангел Рафаил с ними, написано, и следом побежала собака. И псы едят крохи, падающие со стола. Как они падают, где? Что все время столы стоят во дворе, значит, она в доме была. Ой, он уже съел. Сейчас, подожди-ка. Вот мы полный процесс покажем. Как? А тут вода. А тут молоко. Я днем несколько раз даю ему. Вот он как. Его любят. Ну, случилось несчастье. Мы их накажем за это дело. Хулиганье. Кое-как отобрали. А тот молодой-то, 8 месяцев здоровья. Ну, я говорю, два дурака напали на умного кобелька. Вот такое дело. Видишь как? Он сильно не церемонится, знает, что это хорошее дело. Ой, теперь косточки. Вот, попутно косточку. Никто такого не видал, чудо. Ну, он любит косточки разные. Вчера сало набрали. Говяжье, это, значит, корова. Вот они, кости. Кости какие-то мягкие, это не карасинные. Вот. Да, замечательный песик. Давай, ешь. Молочком разбавим мы это все. Давай. Да, хороший песик. А так, неделя-то три пройдет. Ну и нормально будет. Ногу надо массажировать, потом будет ему солярные такие ванны делать. Вот, видишь, мы разбавляем молочком, чтобы ему легче было слизывать. Вот он где. Вот он как. Вот он, да, замечательный песик. Все. Давай. Уже наедается. Наедается, все. Наедается, да. Ну, мы это вытащим. Подожди-ка. Да, это... А, опять начало есть. Сейчас я поскоблю оттуда. Вот так. Нормально совершенно. Так, теперь я ему молочка дам запить. Давай. Губа не дура, говорит, язык не лопатка, любит все сладко. Вот она как у нас получается. О, написано, праведник милует скоты своя. А значит, отсюда вывод. Ни праведник не милует. А, у него нога сломана, я другую заведу. Друзей других не заводят. Мне нравится, однажды брали интервью, а они вместе прожили, кажется, 70 лет. Дедушка с бабушкой. И спрашивают, как вы могли так сохранить? Они говорят, а мы жили в то время, когда старые вещи не выбрасывали, а чинили. Вот догадайся. А то верной дорогой идете, товарищи. Верная дорога – это дорога любви. Ой, какой хороший песик. Кому непонятно, что хороший песик? Разве это не видно, что он хороший? Вот он маленький, 1,5 четверти кверху, ну, 30 сантиметров.
Глазки над глазами у него какие обманные эти. Если кто будет по глазам его бить или что-то, к мимо попадет. Давай-ка. Вот так. Сейчас я его маленько почищу. И все. И до вечера. А потом я ему воды налью. Воды налью я ему. Ну и все, однако. Сейчас я его привяжу здесь на улице. Давай, давай. Да он зализывает. Сюда залежи. Залежи. Вот я делаю так, чтобы он нигде не запутался ногой-то. Ну вот я так делаю. Идем сюда, покажу где. Шарик, пошли. Вот она ножка. Ой, как ножка у него болит, а. Это у нас тут лошадка. Все время ходила. Лошадь. Вот. Ой. И чтобы лошадка не раздавила стекло, натянута сетка. А сейчас его... Ну и все, пока. Стой, отдыхай. Он маленько ножку там смазолил. Ну что тут деревни тут? Репей нарвали, помяли и туда под лангетку. Такой вот я сделал ее, выпилил две на сгиб ноги. Пониже-то. Ну а чтобы с этой стороны не давило ему, там от валенка отрезали мягонько противовес, чтобы замотать можно было. Ну, врачи послушать, ветеринары еще нет, найдут не так. Ну, мы неграмотные. Просто мы любим его. Он хороший. Он хороший. Вот он какой, а. Ну-ка. Да вот он какой замечательный. Все, однако, я тебя отпускаю. Поехал сейчас в деревню к барабашам выписать похвальную грамоту Урагану. Что это единственная собака, я думаю, во всем мире. Он официально является... чемпионом России. Сергей меня поправляет, говорит, это не восточноевропейская, а немецкая. Ну, немецкая ростом поменьше маленько, как бы. И не подзащитная караульная, а подвоеборью. Вот, названия нет. Я просил, главное, защита. И он был с нами, купался в Тихом океане, находка. И в Атлантический доехали нынче Португалия. Он был с нами примерно в 400 с лишним пунктах. И все на благовестие. Ну, найдите такую собаку. Он ночевал в лесополосах, там где-то около озера Севастополе. Там мы на берегу палатку ставили. В прошлом году мы прошли Крым, Украину вдоль и поперек. И нам ночевать где надо было? Везде. И его кто только не видел нашего урагана. И надо... Он защищал нас. Особенно в Румынии там цыгане стали просто вести себя не так, как надо. Я его только тронул, и он как рякнул, все взрослые все откатились. У него голос зычный, сам... Здоровый такой. Зубы такие, как покажет. И мы вернулись вот с ним. Это наш друг. Я без него ехать не хотел. И мы с ним все время в заднем, на заднем сиденье. А он лежал тут там 4 сиденья. А он один занимал. И ночью никогда не потревожит. Это наш ураганщик. Ему 4,5 года. Сейчас пойду выписывать ему грамоту с печатью на бланке. Потому что Сергей сегодня уезжает в соревнования в Кемерово. Ну, 28 июля 2014 года он должен вернуться уже сюда. Вот такие наши маленькие дела. Пойдем покажу, что у меня еще есть там. Вот. Тут у меня две голубятни. Я чем занимаюсь-то тут в свободное время-то? Вот голубятня одна. Вот ее видно. Это 9,60 вверху. Вот первый этаж это пол, второй вот там ящик стоит. Третья он выше, где четвертый, где заходить голубятня, и пятая на крыше. И вон один голубь вылез, это вторая голубятня, там их штук 17 находится. Тут меньше, вон, там мне, ну там сейчас никто не живет, покупает в этом году вроде бы, хотят жить там. А вверху голубятня у меня, там все, пшеница есть. Это вот у нас на зиму дрова, вот это домик, где живет, называется Скворечником, Виктор Николаевич живет. Это его теперь все. Вот Михаил. Это Володя косил, тут мы собрали. Видишь, копешка. Ну и пошли в деревню. Кому надо? Бартер. Андрею отдадим. Он говорит, я молока дам. Я говорю, ну мы не за это даем. Вот литовка. В некотором городе-то, может быть, даже и литовки-то не видали. Вот она литовка. Литовка называется или коса. Ну тут она не особенно такая. Вот, коснул. Вот она. Вот даже могу маленько показать. У нас дети учились как.
трава-то, ух какая. Покажу, она что, рассохлась? Надо эту завязать. Она... О, нехорошо не показать. Видишь, как она идет? Вот так. Раньше так и косили, а сейчас что? Машина пришла, машина сгребла, машина закрутила, машина увезла. Все, одна машина делает. Вот, здесь еще-то много ежей. И поймали ежиков. Ребятишки, только пройдет день, опять тащат. Вот я тут, напускали мне 4 ежика. Кормлю каждую ночь. Днем не едят, прячутся. Это блюдечки с молоком и каша с молоком. Все, выедает до утра. Травы им дал. Вот, у меня тут кошки. 3-4 кошки. И голуби. Пойдем-ка посмотрим, голуби мы. А те кошки где? Лежат, поди спят. Вы где? Лежат. Белый, ну-ка иди скорее. Вот он пришел. Это кто, мамка или он? Мамка. Мамка пришла. Белый, белый, иди скорее. Белый, белый, скорее. Рыбу дам сейчас. Ну-ка, посмотри. Белая пушистая глазка. Ой, рыбы дам. Ну-ка скорее. Давай, рыбы, рыбы. Сейчас прибежит. Услышит. Она ест. Вот она где. Все. А, белый, ну-ка иди сюда. Белый. Сейчас, все. Иди все, скорее. Все, вот все. Она ест рыбу, а ты... Все, насторожился сразу. Скорее, иди. Кс-кс. Ну, иди скорее. Вот она ест как. Да бери, ешь, ешь, ешь рыбу. Сейчас он придет. О, я его постриг, у него шерсть сильно большая, там клочья висели. А хвосты, как у лисы. Замечательные кошки. До того ловливая, столько мышей ловят. Это настоящая нормальная жизнь в сельской местности. А в городе-то они ничего не видят. Вот. Пошли сейчас, я вытащу на улицу, чтобы они поели. Опа. Видишь, как опасно без всего. Так, подожди-ка, пойдем сюда. Сейчас я их туда вытащу. На улицу, там еще один прибежит. Один где-то на улице, в городе. Иди скорее, иди. Опа. Один кот все время там бродяжничает. О, все, иди. Иди скорее. Вот он, идешь на улицу. 1 июля 2014 года. Вот мы находимся в детском православном лагере Стане. Вот и тут у нас даже вот есть визитка нашего сайта. Вот он, лагерь у нас. Как выглядит. Вот. Это Сергей Павлович сидит, Пупков. Дрессировщик собак. Вот его любимцы, один из них. Верный. Ловят, и сам начальник лагеря Игнатий Иванович, насекомых ловят. Тут они воробей вывалился из гнезда. О, птенец воробей. Воробенка была, поймал кузнечика, пойду кормить. Давайте посмотрим. Воробенок из гнезда выпал. Вон там ребятишки тоже собирают. Вон. Ваня, Нестор. Надо, чтобы не убежал никуда. Крышка-то была замечательная. Так. Ну-ка давай, ну-ка давай. Ну-ка давай. Ого. Вот так. Во. О! Где он? Вон он. Вот он. Что, убежал все-таки? Его надо было остановить сначала. Видите, где? Это ножки-то надо оторвать ему. А ребята-то отрывали сразу. Ну-ка давай. Опа, активный. Перевернулся. Ну ладно, ладно. Воробьёночек. Что-то плохая эта корытка-то.
Ну, Ваня сделал такую. Да что Ваня сделал? Тащи настоящую кружку. Ваня плохой домик сделал, он развалил. Ну, это давно бы раздавилось. Подожди маленько, это надо домик настоящий. Это, какую-нибудь посудинку, ящик этот, банку, консерву. Надо накормить его. Ой-ой-ой. Вот. Да его перекормили уже, он толстый стал. Ну-ка, а он еще просит. Так его еще попоить надо. Я не знаю. Конечно, как же мы забыли. Такой желтенький ротик. Ротик желтенький, да. Ой, какой воробушек махонький. Ну. Ну кого он тут? Натолкали тут. О! О, голову кверху. Воробушек самый настоящий. Вот. Ну это глубокая банка. Оттуда как его вытащишь? Ну оттуда солому, если надо натолкать, да и все. Ну натолкай, давай солому натолкать сюда, а потом... На, Сергей Павлович, поснимай пока. Я пойду подберу. Давай. Вот видишь, какая забота. У меня 4 ежика там. 3 кошки. Сейчас еще котята будут. Вот. О, подожди-ка. Ну вот почти что все. Ну это больно туп. Ты мягкую сделай. Зачем же такую? Жесткую. Вот еще. Иначе. Вот. О, вот это вот. О, вот это хорошее. Вот, блин. Вот, а мы сейчас баночку ему сделаем. А? Так, вот это похоже на гнездышко уже. Ого, это очень похоже даже на гнездышко. Все, больше не надо, ничего, подожди. Это лишнее убрать. Подколами. Толстенький. Ну-ка давай-ка сюда. Ой-ой-ой-ой-ой. Вот так. О, ну теперь давайте кормите. А, он уже не просит. Он не просит. Он когда он захочет есть, он начнет кричать. Вон, пить ему. Я ему сейчас кормил, кузнечика поймал. Ну где-то полставки так, чтобы сверху его закрыть, чтобы он не вылетал-то. Здесь нет, может быть. Крышечку. Вот так вот, вот. Баночка его. Еды сколько огромных наловили. Живой. О. Даже вот такого вот кузнечика большого, зеленого. Ну, это ему будет лишки уже. Ну. Вон она, давай. О, все, давай хочет. Скорее, давай. Сейчас. Давай, давай. Ну-ка. Вот тебе просит. Все, съел. Вот он как. Еще добавки хочешь? Да, конечно, хочешь. Хочешь добавки? Ну-ка, давай. Ну-ка, прожорливый. Ну-ка. Давай. Ну-ка. Все. Кирик. Ну, поближе подноси. Все, ты поднеси, он проснется. Давай. Ну, открывай ротик, открывай. Еда. Ну-ка. Это еда. Нет, наелся, вот полный желудок, а то перекормите. Все, теперь надо большую банку сверху, чтобы его закрывать. Еще напоить его надо. А напоить как, из пипетки только? Так можно, мы на палец вот так вот каплю и надеваем. Или на листик воду наливаем и поим ему. А по-моему лучше всего из соломинки. Ага. Набрать, а потом изо рта дать. Ну, неплохая идея, сейчас найдем. Соломинки. Ну вот соломинка лежит вон. Тогда кузнечиков наловите где-нибудь, чтобы они были готовы в баночке. Вот это дела пошли. Вот первый пришел. Я поехал за ножками. Ну ладно, все, пока, Вова. Все. Слава Христу.